Приветствуем вас, друзья. Привет. Решили показать вам набережную Наама-Бэй и все отели, которые здесь на ней находятся. Как правило, здесь с одной стороны отели, с другой стороны пляжи. И заведения, которые будут по дороге у нас. Да, куча кафешек, магазинчиков. Начинается это набережная вот отсюда. Первый отель Royal Holiday Beach Resort and Casino. Вон он. Бывшая Sonesta Beach. И да, вот, вот его пляжик. И пляж, соответственно. Там вот море. Вот там, покажи левее. Вот там еще есть в самом начале бухты еще один отель, он на горе находится. Мавапик Resort, Шарм-эль-Шейх. Ну, к нему дороги такой нет, он с другой стороны заезд. Вот такая набережная. Сейчас пойдем погуляем, посмотрим и вам покажем. Так, следующий отель у нас Гафи Ресорт. Напротив пляжик. Вот он, Гафи. Кстати, мы в нем в этот раз остановились. И вот его пляжик. Кстати, над бухтой постоянно летают. На посадку, вернее, заходят самолеты, потому что недалеко аэропорт. Поэтому очень красиво наблюдать. Но, кстати, это никак не мешает. Они не шумят. Ну, красиво. Такой магазинчик на набережной. Водичка, напитки, чипсы. Кальянная. Отель Альбостон. Да, Альбостон. Но он, по-моему, не работает. Да, даже вот на карте он не бьется. Он как... Ну, не рабочий. Пляж какой-то есть, но... Ну, непонятно, да. А, там как-то так. Да, заброшенный, видно, вот прям... Хотя странно, первая линия, хорошие такие места. Там уже продается или продали, или еще что. Ну и как обычно, лавочки, супермаркеты, мини-маркеты, аптеки. Ну сразу говорю, что здесь все дороже, чем если пройти куда-то дальше в Шарм, да? Ну туда, на улицу Наама. Ну Наама, не знаю, на рынках дешевле, в маркеты там. Ну все проверим, все скажем. Да, еще походим. Дело в том, что есть торговые точки, это хорошо. А дальше? Итак, следующий отель — это Мариот. Отзывы о нем неплохие. У нас друзья здесь отдыхали. Он из нескольких тоже корпусов состоит. Вот еще одна часть. Даже вот рамка стоит из выхода на пляж. Ну и ихний пляжик вот здесь напротив находится. Наверное, фильдиперсовые номера, блин, да? Угу. Здравствуйте. Экскурсии можете купить на набережной. Попозже придем, попозже. Итак, следующий отель у нас. Отель Новотел. Да, вот он. Он тоже, кстати, на двух линиях находится, да? Так же, как Мариот. Да, Новотел Бич и там еще какой-то. Вот его пляжик. А смотри, какая прям из стенка, из кустов. Угу. Спасательная вышка высокая. Да, вышка. Зеленый флаг. Купаться можно. Сейчас уже вечер.
Кстати, декабрь месяц, на улице просто отлично. Да, февраль вообще. Ой, декабрь, я сказала. Я про зиму вспомнила. 3 февраля. Февраль месяц, кстати, на улице. Начало, поэтому тепло, не то, что у нас на родине. Вот он, новотел поближе вам покажу. Очень все тоже ухожено. Плиточка, кустики. Ну, в принципе, как и везде, но тут довольно-таки красиво. И вот он, пляжик. Новотел. Новотеловское еще заведение. Ну и думаю, не бесплатное. Очередной самолет. А ну откуда есть бесплатно? Самолетик. Вечером по этой набережной такой движ идет. Угу. Тут можно прийти на фоне моря, посидеть, покушать. Идем дальше. Такие здесь дикие голуби ходят. Они малюсенькие. И такие цветные, видите? Но хлеб, кстати, не едят. Продаются на набережной фрукты. Клубника стоит $1 упаковочка. Только начало, ну что, длинный. Следующий отель у нас Fire Rose. Вот он. Ну вот его пляж. Тоже довольно симпатично. Пальмы, то есть не на пустыре загораешь. На набережной куча не только кафе и всяких торговых палаток, но и кальянных. Альфреско ресторан-бар. Вот такие здесь продаются морепродуктики. Креветки, дорадки. Вот бассейн того же отеля, наверное, продолжение. Отель очень длинный. Такие лаунж-зоны. Там бар дальше. Ну и пляжик. Идемте дальше посмотрим. Да, вот этот отель еще продолжается. Вот это он. Центральный вход, выход. Фейровый скажу. Угу. Он очень длинный. Очередная кальянная. Следующий отель у нас Газала Бич. Скажу сразу, мы здесь были 1.5 года назад. Обзоры отеля, пляжа есть у нас на канале. Можете посмотреть. Воспоминания приятные, но в этот отель мы больше не вернемся, к сожалению. Вход на пляж, как обычно, закрывается на вечер. Кстати, да, каждый пляж закрывается вечером, стоит охранник на ночь, после 7, после захода. И, ну, вы можете пройтись туда, но прям там находиться постоянно нельзя. Они... Ну, не факт, что еще и сможете пройти. Ну, попроситься там на пару минут можно, ну, и все. Кафе, рестораны. Идемте дальше. Есть вот такие всякие сувенирные лавочки, в которых вы можете купить всякие, ну, приколы, если не успели купить. Чаи. Точно. Привет. Базар есть, базар дальше. Нет, базара там нет. Хорошая цена. Египетские цены. Сладость есть. Нет, мы вас брали, мы вас брали. Что мы брали? Вот такие крем вот какой-то. Бомбочки. Да, да, да. Чай вот этот вот. Вот такой. Да. Нет, с чего там крем-то брали?
Алоэ. Алоэ вера брали. Да. Такие штучки мы брали. Это тамарин. Картошечки всякие, чай, пемзы. Это чай называется тамарин ла горла, ну, если горло болит и так. Обзор покупок мы вам покажем, спасибо, позже. А сейчас идем дальше по набережной. Здравствуйте. Экскурсии везде есть. Экскурсии у Миша. Посмотрите здесь. Покажи рекламу. Экскурсии у Миша. Экскурсию у Миши, видели? Кто Миша? Я Миша. Пока, Миша. Очень приятно. Так, гуляем дальше. Дальше у нас будет Джоли Вилли. Это ресторан. Ну, тут девочка что-то продает. Ну, хоть не просто попрошайница. Да, какие-то кулончики. Здесь, мы в прошлый раз, помнишь, видели? Гриль вечером делают. Да. Вот он. Фото можете заказать, фотосессию. Такой у них пляжик. Maritim Jolly Ville. Да, Maritim Jolly Ville. Сейчас покажу вам. Вот он. Ну, красивенько так все тоже. И, по-моему, территория у них не маленькая. Ну, да, у них пока вторая линия огромная. Угу. Оттуда доставляют на машину. Да, услышали, круто. Что-то мяукает. Боже, ему даже месяца нет, походу. Манюся. Ладно. Смотри, мы на такой... Обзор котенка. Мы на такой ныряли, я не понял. Нет, по-моему. Экскурсия, это очередная подводная экскурсия. Это батискаф. А, батискаф там снизу, да? Это что? Да. А подводки нету? Да, есть какой-то корабль, можно целый день ебаться, покружаться. А, не-не, я понял, именно... Тут костекло на дно? Нет. Это подскал, это внизу 4 метра глубина. И вот за отелем Джоли Вилли мы обычно раньше поворачивали направо. Здесь начинается Наама Бэй со всеми лавочками, кафешками, магазинами, сувенирными. Смотри, человек щенка повез. Не увидела, он задом к нам. Дальше есть даже несколько супермаркетов, где есть спиртное, можно купить, потому что оно не везде продается. И налево, да, туда еще центральная улица. Да, там, да, ну, там здоровенная. Там вообще просто до утра все. Но мы показываем вам набережную. Покажи, Валь. И пойдем мы дальше. Вообще, саму набережную, покажи, что вся набережная в камерах, вот смотри. Камерах, кстати, ну, вроде да. Безопасности, охраны куча везде. И вечером все очень красиво подсвечивается. Идемте дальше. Да слушай, как обидно, я не могу так, ну, понятно, всякие типа рынка. Ого, так там. И смотрите, вот эти бутылочки прикольные с песком. Идем, у нас не про это видео. Даже смотри, есть ни хрена себе логотипы футбольные, да? Нифига себе, да. А что это такое? Бутылочки насыпаны с логотипами футбольных команд. А, не знаю, какая-то грязь. Можете купить и грязь, кстати. Добрый, давай на экскурсию. No, thanks. Опять кальянная. Итальяна. Итальян. Как вас итальянцами назвали, скажи. Кстати, все кальянные здесь такими дорожками застланы. Или как это правильно сказать. Это кафешечка очередная. Давай, кальян стоит, смотрите, обычный кальян 35 фунтов. Делите на 17,5, это примерно 2 доллара. Это самый дешевый, есть дороже. Покажи уже этот отель, пускай прочтут название. Вот оттуда начинается, да? Отель? Канабис? Ну, Канабианш. Немножко, наверное, не то, но похоже. Да, вон их бассейн. И тоже вот выход на пляж.
То есть все отели через набережную. У всех отелей через набережную пляж. Смотри, у них даже телек вон. Круто. Идем. Кальянный. Идем, время. Или в баре. Вон, походу, сверху дискач. А тут, если ты помнишь, с той стороны отеля улица именно такая, где движ идет, там, где и завлекало, и уже. Вот он ресторан. Это, наверное, уже другого. Тут отели небольшие, это, наверное, другого уже. Да, это уже другой отель. Это отель? Справа сейчас. Вот он. Red вон. Red. На карте не видно, потому что... Red Sea... Red Sea Diving Club. Это не отель, это центр. Понятненько. Я не понял, много. Ну, наверное, то, что они продают, стоит 1 фунт или 4 доллара. А что, то, что они продают? Хочешь обратно кальян будешь? Пока нет, кальян. Спасибо. Караоке, спасибо. Идем, он брызгает. Ну, я вижу, иду. 5 кальянная. Блин, мы не курим, ребята, но придется чуть-чуть. Ну, да, мы, кальян, наверное, пыхнуть, наверное. Испытаем. Вот опять очередные лавочки. Старые кафе, рестораны. Привет. Отлично. Ты знаешь, по сути дела уже закончилось. Да, да, вон конец уже набережная. Да, так больше не будет. Видишь, везде люди отдыхают, кафешки, бары. Не все они бесплатные, кстати. Здесь почти все платные. Ты да, что? Ну, на берегу которые, да? Да, все платные. Бесплатные в основном только на территории отеля. Ну, у нас в отеле возле этого есть один. У нас бесплатный бар есть, но к нему надо тоже пройти. Лоялина Ресорт. Да? Это уже, наверное, крайний отель на набережной. И вон их не пляжик. Да. Ну вот это вроде катаракт какой-то. Катаракт, вот и пляж у них. А, есть, да, катаракт, Лаэлина какая-то. Да, она, катаракт, Ресорт. Ого, это такой этот корабль огромный. Типа под корабль, видишь, что там всякие сверху. Ага. Да, ребят, заканчивается набережная на Амабей. Там уже отели пошли, которым подъезд сверху, вот так с другой стороны. Давай, покажу на карте, чтобы все, ну, не искали. Покажу. Смотрите, друзья. Мы сейчас вот здесь, вот. Вот точка. Сейчас отсвечиваю. Отражаемся мы в телефоне. Так? Ну, все равно отражаемся. Давай вот так отойду. Да на меня не поворачивай. Нет, буду отсвечивать. От стекла, зеркало. Да, вон уже Марина Шарм, отель другой. Ну, вот что мы вам хотели показать. Поэтому приезжайте сюда, выбирайте отель сами, читайте отзывы, смотрите наши видео. Пишите комментарии, может быть, кто-то был в каком-то отеле, который мы показали. Еще один отель есть за углом. Это те отели, которые первая линия мы показали. Один еще за отель за углом, мы хотели туда поехать. Лида Шарм. Ибиротел Лида Шарм. Если хочешь залиться на собаку. Вот какой-то. Строили корабль, не достроили. Это казино. Он работает. Да? Да. Что такое грязное? Мы ждем, а музыка выходит. Непомытые стекла. Ладно, ребята, будем мы идти дальше. Снимать для вас видео. Рады были, что вы нам уделили внимание. Посмотрели наше видео. Если до конца, это вообще приятно. А если не одно, вдвойне? Да, заходите, подписывайтесь, будем рады. И вам еще что-то показать. Всем пока. Пока, друзья, пока.